Всем привет! Я иду на свое причальное место, вот, показать вам и записать для себя на память, вот, какое было у меня место. Расскажу вам, как я его делал. В общем, вот лодка. Вот она. В общем, и трап. Видно, тут на брусах трап сделан. Я еще и на мотоцикле привозил материалы. Вот, ребята, все на болтах. Вся конструкция без сварочного шва на болтах. Там просечка и пошла туда на глубину. Вот напротив, там где лыжи стоят, это мой сейф. Там у меня мотор, бензин. Вот. Весло, ну, весла тут, запчасти разные. Кстати, вот, ребята, дрелька такая ручная. Вот, вот этой дрелькой я все здесь посверлил. Так, поехали. Был раз случай, спустил лодку, а пробку забыл поставить на лодку. Я бы сейчас поставил. Да, сейчас есть. У меня тоже было. Ну, во всех. Жена залазит, о, а что тут воды столько? Хорошо, аккумулятор там стоит, но высоко, понимаешь? Я бегом ее обратно, ну, у меня помпа, понимаешь? Включил бегом помпу, чтобы откачивал. Давай я тебя подтяну. Ноги смотри там. Сейчас, ребята, прокатимся вот так вот вокруг этой косы, посмотрим, ну, как тут люди построились, на память запишем. Возможно, через лет 5-10 здесь будет все по-другому. Вот. Ага, видите, растяжечка идет. Надо объезжать. Ой-ой-ой-ой-ой. Зацепил, ребята. Я ее намотал себе на винт, и я никак не могу сейчас, и либо обрезать буду. Сейчас еще одну попытку сделаем. Если не смогу, я ее просто обрежу и поеду дальше. Вот, кто-то поставил либо сетку, либо что-то там, я не знаю. Квадрат такой наварен, это там походу аккумуляторы. Иду во второй пролет, третий, четвертый пролет, это для больших таких там баржи. Маломерные такие, как у меня, лодки, им всем нужно по правилам проходить во второй пролет. Будка, видно, такая сторожевая вышка, там дежурит военный, вот, и он внимательно смотрит. Кстати, да, есть один такой случай, ну, сейчас пройдем мост, я вам расскажу случай интересный.
Да, здесь так стрёмненько. Стрёмненько немножко. Бычок. Значит, случай, который был, ребята, мне тоже рассказывали его, я думаю, это правда. Ехал просто мужчина один и остановился на середине моста и выбросил мешок просто, или пакет, или мешок, и поехал дальше. Его остановили там уже, ну вот, мост проехал, его остановила эта охрана. И спрашивает у него, что ты там выбросил? Он, да, кота, типа, ну, выбросил кота в мешке. Ну, говорит, вызовем сейчас водолазов и посмотрим, что ты там выбросил. Ну, пришлось мужчине оплатить водолазов. Он, за его задержали до выяснения. Действительно, выбросил кота в мешке. В общем, он и заплатил за водолаза, и время ждал. Так что, ну, объект довольно серьезный. Пешком не пускают людей через него проходить. Ну, видно, это стратегический объект. Маленький перекур. Ну, перекур я не курю вообще-то. Вообще-то мы не курим. Вот наш корабль. А, ну, я же про мотор не рассказал. 2,5 лошадиных сил. Обычно на моторах сзаду все пишут. Вот, у нас вот он. Мотор Suzuki 2.5, четырехтактный. Масло буквально на днях я поменял в картере и в редукторе там. Надо менять каждый год маслицо. Моторчик классный. Вот, я мотор, лодку я продам, моторчик я оставлю. А у меня с этой лодкой по документам идет Вихрь, 25-й мотор. В общем, я все это отвезу домой, все вещи, там все уберу, помою, вот приготовлю. Потом я сделаю еще одно видео, поставлю 25-й мотор, подключу его к рулю, подключу к дистанционке. Вот он, кстати, видно, что навигация уже открыта, да? Уже какая-то жизнь на воде пошла. У мотора одна передача, только передняя, ну, вперед только едет. И вот так вот будет видно. Значит, как мне назад, чтобы сдать? Я включаю передачу. Вот. И выставляю вот так положение. И пошел. Что это такое интересное? Флажок. Пенопласт, флажок. В общем, просто пенопласт, проколотый какой-то арматурой, и держится на веревке. Веревка идет в песок. Ну понятно, я не буду его выдергивать. Это же кто-то специально для себя какие-то метки сделал.
остров называется Муравьиный, и здесь муравьев просто валом. Просто валом. Вот. В общем, моя радость превратилась в головняк, ребята. И я тогда думал, что это будет для меня просто счастье, отдых, наслаждение. Все, я купил лодку, город на реке у нас. И что еще может быть лучше, нежели иметь лодку? Ну, ребята, ошибался я. Бывает в жизни у нас во всех. Вот я хочу просто передать, что не ставьте ни в коем случае на первое место в жизни это какие-то материальные вещи, либо материальное положение, там деньги. Вот, потому что будут деньги, будут проблемы в семье, либо будет машина крутая, ну будешь несчастлив, она тебе на пользу не пойдет. Ну вот у меня яркий пример с этой лодкой. Просто я большое значение этой лодке придал из самого начала. И получилось так, что самая бесполезная покупка в жизни, в моей жизни, это лодка, ребята. Заключительные слова мои. Никогда не ставьте на первое место какую-то железяку, либо автомобиль, либо мотоцикл, либо квартиру, либо дом. В быту так же само, ребята. Не ставьте на первое место какие-то мелочные нюансы. Это вообще не главное в жизни вообще. Главное ваши отношения с Богом, ребята. Если у вас их нету, вы просто посмотрите на свою жизнь. Просто у вас что-то заменяет это. Ну, вот у вас, у меня была лодка на первом месте. А должна быть не лодка, а ваша вера в Господа, в Господе должен. Вы должны его ставить на первое место и угождать ему. И, ну, это правда. Я знаю, это правда. Может быть, я неправильно объясняю, ну, непонятно. Я знаю. Сейчас приготовим ужин, приготовим шашлык на одну порцию, ну и будем кушать. Вот, разжигается потихоньку масло, оливковое масло с солью и перец. Вот, я сейчас так вот смажу, чтобы оно как бы законсервировало. И будем ставить уже там готовые угольки. Значит, хороший день, ребятки, сегодня был. Я сегодня сделал хорошее дело. Большое дело. Перегнал лодку, освободил место для нового владельца причального места. Кстати, шашлычок тоже мы можем маслом промазать. Тоже будет хорошо.